такой двухэтажный дом. Смотри, там наверху даже солнечные батареи прицеплены. Надо будет спросить, что они питают. Еще один вход. Собачки местные гуляют. Вот еще один вход. Так интересно, с каждой стороны, с трех сторон в дом можно зайти. Рядом закрытое помещение, в нем ночуют щенки. Иногда отсиживаются взрослые собаки. Рядом гараж, в гараже машина жены. Рядом машина мужа. И вишенка на торте. Дом на колесах. Они иногда путешествуют на нем на выставке. Попробую зайти, не знаю. Вау! Клево. Сейчас зайдем. Вау! Так, это место водителя. Это передняя пассажирская. Здесь что? Я не знаю, что здесь. По-моему, здесь можно сидеть. Здесь мойка. Кровать. Круто. А что с туалетом, интересно? О, это туалет. Офигеть. Какая классная машина. Сейчас закрыла дверь. Здесь лодка, на которой очень любит рыбачить муж Бернадет. За домом такая поляночка большая. Мы на ней сейчас фотографировали щенков. You like this? Yeah. Здесь днем находятся щенки. Сейчас спят в будочках, устали за фотосессию. Смотри, хоть. Вон он там, маленький. Ну, дом на колесах, конечно, шикарный.